Всем привет! Сегодня отправляемся из Королёва на Алтай. Путь не близкий, до Алтая где-то 4000 километров примерно. Вот, и сегодня первый день. Что-то здесь оригинальное, что-то здесь восстановленное. Как дела? Вот мой гостевой дом. Наташа куда-то полезла. Их прям несет. Гребите, давайте. Выехали из Ангудая. Наташа идет далеко. Какой рисунок? Она не дорисована. Ну, наверное, в то время эти рисунки очень долго рисовали, наверное, времени не хватило, и на ней вниз головой снежный барс нарисован. Такой. Нифига себе. Какие мохнатые лапы у них.
беда. Залило все, наверное, вчера дождем еще дополнительно, да? Да, снег тает, видите, у нас в гараже еще снег лежит же. Поэтому да. Да вообще. Яки, настоящие яки. В общем, все, мы официально в Монголии. Прохождение границы заняло 1.5 часа. Место очень заливается. В центре очень прикольно, как будто ты находишься. Сейчас пообщаемся маленько с коровой. Того дома, например, чума стоит. Даже поставили памятник арбузу. Вот наши консервы подаются здесь тоже. Большой ресторан. Сидим в степи с пастухом. Вот мы и добрались до озера Толбо. Здравствуйте! 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 Все правильно. Человека скорее, скорее. Ой, блин.
Счастье просто. Посмотреть. Около башни здесь есть такая смотровая площадочка.